Всем привет! С вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру под названием «Растения против зомби». Вот, или она же Plants vs. Zombie. Зомби, конечно, проигрывают, изредка выигрывают, уже два раза скушали мои мозги. Ну, не мои, конечно, да, а вот... это самое... мозги главного героя. И смотрите, я тут в достижение решил зайти. Смотрите, два достижения сделал. Бабах. Взорвите зомби на картофельной мине. Подрывник. Взорвите 10 зомби нормального размера одной вишневой бомбы. Нифига себе. Ясно. Ну что ж, давайте. Так. Продолжаем купаться в бассейне. Так, здесь у меня, смотрите, я купил в конце прошлой серии... как его? Еще одну штуку. Еще одно место. Так, вот это вот. Вот это, вот это. Вот это вот беру, вот это вот беру. Вот это обязательно. И вот у меня плюс одно, да? И попробуем перец сделать. Короче, поехали. 50 солнышек есть у нас. Да. Так, еще 50. Вот так. Так, 25. Хочу пока подождать. Зомби пришли. Все, сюда делаем. Вот это, вот так. Вот так. Вот так. Так, хорошо. Опа-на. Ну, сейчас мы мину ему поставим. Сейчас она только зарядится. Вот так вот. Так, один готов. О, нормально, вот так. Так, все, сюда сажаем. Здесь пока вот так вот ставим. О, я прямо, смотрите, угадал. Так, вот здесь вот так. А, можем... Ага, ясно, я теперь понял, как это работает. Так, тихо, тихо. Отлично. Тебя вот так вот ставим. А тебя вот так. Все. Теперь вот эту линию надо защитить. Так, подождите. Так, ну что, защитили. Все. Здесь вот так вот ставим. Этот бабахнул. Ну, можно вот так вот пока что поставить. Так, ну и чё, и тут... второй ряд делаем. Делаем вот так вот. Отлично.
Так, можно пока что тут вот такие вот эти самые делать. Мины. О! Пошли большие... Эти самые... Тихо. Пока что... О, смотрите, едет. Нифига себе, себя, что это он делает-то? Я что теперь? Не понял. Не совсем понял. А, это лед, наверное, да? Значит, вот так вот делаем. Тихо. Отлично. Так. Денежки собираем. Вот, отлично. Вот на этом ряду мы будем делать тройных пацанов. Так, тебя тоже сюда ставим. Деньги. Так, блин, тут вас двое, да? Блин, зря я это сделал, конечно. Вот так, оп, успел, нифига себе. О, тут смотрите, что пошло. Так, хлобысь, хлобысь, все. Хорош. Здесь вот так. Здесь вот так. А, чё так мало-то? Чё так мало-то? Я-то думал, тут сейчас будет это самое. Так, колючки пробивают шины и ранят зомби, наступивших на них. Можно будет попробовать. Вот, кстати. Так, ну, берем это. Вот это, вот это. Вот это, вот это. Вот это обязательно. Вот это тоже обязательно. Ну и давайте колючки попробуем, да? Так, пошли. Так, ну, один ряд у нас сейчас будет сделан.
Так, зомби пошли. Ай, блин, а зачем я вот здесь вот, вот так вот сделал? Ну ладно. Вот так вот надо сделать. Так, вот. Вот так вот я сейчас защищать буду. Так, ну, на самом деле, нам два ряда тут хватит. Тут, смотрите, три волны будет жестких. Так, пока что так ставлю. Да ладно, ты чё? Надо же, победил я его. Так, вот здесь вот надо ставить срачняк. Вот так вот, отлично. Главное, чтобы вот этот у нас. Так, ладно, вот это вот мы убираем. Вот этого мы так убираем, да? Так, 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 подожди. Тебя вот так. И здесь вот так. Тебя вот так вот, вот здесь. Так, здесь вот так вот, хорошо. Так, тебя вот здесь, тебя вот здесь. Пока что вот так. Вот, и тебя вот так вот. Так, отлично. Пока все идет по плану. Так, большая волна. Ой-ой-ой, я смогу, не смогу это все преодолеть. Эти вот так вот. Так. Ай-яй-яй, вот здесь вот надо. Так. Все. Так, денежки берем. Давай, давай, стреляй его. Ничего страшного. Сбреют.
Ну, сейчас... О! Подожди. Так, ладно, это переиграть надо сразу. Это вот, да, бывает. Что? Да я думаю, что вот это вот можно не брать, да? Тогда берем так. Кого еще? Вот так берем. Вот это вот берем. Вот этих двоих берем. Вот это вот берем. Так, беру мину. И вот этого беру. Так, пока что, как я, ну, в прошлый раз, в прошлой серии, по-моему, так говорил, что пока что вот здесь вот буду делать по краям. Так, на тебе вот так. Здесь пока тоже подготавливаю почву. Так, здесь вот так. Это вот так. Блин, вот надо было... Так, ну здесь, по крайней мере, мина будет. Готово. Да вот так вот можно. Так. Так, мину сюда. Вот это вот, вот сюда. Так, ну шо. Пока что оборона наша стоит стоймя. Так. Мину сюда ставим. Так, деньга. Тут же за всем надо следить. Так, вот тут вот место у нас освободилось. Делаем вот так. Так, все, два ряда подсолнухов готово. Так, еще мина. Потом сюда одного. Ну, к
первой большой волне мы, считайте, готовы. Так, тут сразу все эти самые потратились у меня, да? Чё-то я тут дофига мин поставил. Эх, подожди. Вот так тебя. Так, вот так вот. Так, делаем вот так. Уже вторая волна пошла. Так, деньга. Взял деньгу. Так, бабах один. Так, ну-ка, давай-ка вот... Вот так вот я сделаю пока что. Вот здесь вот так. Вот здесь вот так. Вот здесь вот так. Солнышки подбираем. Здесь вот так, здесь вот так. Опа. Отлично. Пока все идет нормально. Так, вот так вот. Блин, вот так вот тебя ставлю. Есть. Так, тут я уже не успею поставить. Тихо. Монеты подбираем. Хлобысь. Опа. Опа. Thank you.
Эх, этого, блин, я не поставлю. Не, ну тут, смотрите, тут уже... Вот это вот сбреется уже. Вот этим вот. Хлобысь. Да ладно. Так, пень горящий у нас. Пень факир. Горошины, прошедшие через него, становятся огненными шарами. Не, ну можно попробовать, конечно. Так. Ну, тут мы... Все как всегда. Вот так вот берем. Вот это, вот это. Вот это, вот это. Можно вместо вот этого поставить. Так, ну где зомби идут? Так, зомби пришли, хорошо. Давай, давай. Так, вот сюда идет, понятно. Музыка тут приятная. Так вот, тебя ждет мина. Так, вот здесь вот ставим. Так, вот так. Так, вот здесь вот мину ставим пока что. Пока у нас там копится. Ладно, пускай так будет. Ай-яй-яй. Так, здесь мы уже ставим. Хотя вот так вот можно сделать. Ну, кстати. А я вот даже не знаю, вот этот пень. Опа. Так, ну вообще тут уже можно вот так вот ставить.
Я пока не понял. Вот эти вот пни, они хоть урон делают больше нашим. Ага. Чё это за это самое было? Смотри, смотри, плывет быстро как. Нифига себе быстрый. Блин, дельфины жесткие. Так, скорее перезаряжайся ты, водоросль пожилая. Эть, на, все окей. Все водоросли пожрали мне. Так, на. Вот так. Так, ладно, этих скосят, хорошо. Нет, не скосят. Это переигровка. Короче, вот так, вот так. Нет, подожди. Вот так. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ладно, пни я брать не буду. Вот так возьму. Зомбари на дельфинах, это... С ума сойти. Так, сюда зомби пришел, да? Я думаю, что пока что вот таких вот четырех штук, ну, точнее, 8 штук вот этих вот подсолнуков мне будет достаточно. Здесь вот я вот так вот буду ставить всякую защиту пока что. Самую простую защиту, которая делается вот в начале у меня всегда тут, да? Так, отлично. Так, ну и тут самое главное, пока не это самое. Еще не... мискликать.
Так, один там готовый. Пока что еще вот так вот ставим. Ну ладно, можно вот так вот потихонечку тут еще ставить, да? Так, второй ряд у нас сейчас будет цветочков пулеметчиков. Блин, как же меня вот дельфинарии бесят. Так, давайте вот так. Давайте. Вот так. Ой-ой. Перепрыгнул, смотри. Вот говнюк, а. Все, вот этот дельфиний звук для меня это... Ставим вот так. Пока что ставим вот так. Так, ладно. Пока вот так вот тебе поставлю. Так, вот так. А чё вы двое это самое туда спрыгнули на него? Так. Спокуха. Так. Молодец. А, все. Так, это чё? Какая-то усиленная защита? Огромный орех, который нельзя перепрыгнуть. О, вот это... Вот это надо. Короче, вместо обычного ореха теперь будем брать. Так. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. И вот так. Все, пока что моя любимая, ну, раскладка. Ну и тут вместо вот этого там может быть мина. Еще что-нибудь.
Так, ну что, куда вы пришли, зомби? Так, делаем вот так. Здесь мину делаем. Блин, огромный орех. Слушайте. Гля. Так, здесь сделаем вот так. Маски. Так, и теперь постепенно заменяем. Ну, можно пока что вот так вот ставить все вот это вот дело. Да, подсолнухи надо еще ставить. Так что про подсолнухов мы не забываем. Так, сейчас еще первая волна пойдет. Ага. Ну вот мы сейчас посмотрим, как себя нельзя перепрыгнуть. Так. Я еще фиг знает, зачем я вот это вот поставил здесь. Ну да ладно. Так, вот здесь вот так вот ставим. Так вот пока что пускай расстреливает. А, шо, не перепрыгнул? Ну-ка, а что если я тебе вот... Прыгай, прыгай, прыгай!
ты зараза. Где курсор у меня? Все, готов. Так. Здесь вот так. Здесь я делаю вот так. Так, здесь я делаю вот так. Вот здесь вот надо. Сейчас. Мину сюда. Вот это вот вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот вот сюда. Здесь вот так. Вот так, вот так, вот так. Тихо, тихо, подождите, я не успеваю за вами. Ну что, второй ряд стрелков нужен уже. Блин, за этими ребятами в натуре. Дольше можно простоять. Нифига. Они одного съели. Оборона прорвана. Ничего страшного, сейчас мы... Подожди, вот так. Так, тихо. Так. Теперь вот так. Так, все, спокуха. Так, тихо, тихо, осторожно. Ай, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, пацаны. Так, пока ты стой. Фу, прошел. Ой, это жесть на самом деле. Здравствуйте. Говорят, что вы хотите устроить вечеринку в бассейне. Это здорово. Мы тоже заглянем. Искренне, ваши зомби. Так, на старт внимание сажай. Так.
Так, это пускай тут стоит. Мне интересно, что вот с этим делать будет. А, ну или так. Так, это пускай и тут будет. Бабах. Да чего мне вот это вот присылаете, что мне не нужно, вот. Хорошее дело. О, хорошо. Сюда давай. Это что? Да где, блин, другие эти самые? Вот. Наконец-то. Так, вот это мне пока незачем ставить. Так, тут нормально сейчас стреляться будут. А, я же могу еще на сюда, на середину ставить. Че я торможу? Так, вот так. Ну, вот это вот можно вот так вот поставить, чтобы они тут... Ух! Эти звуки... Так, так. Не, ну обороняемся пока нормально. Давайте вам сюда вот так вот еще. Это чё? Сюда? Так, это чё? Сюда? Это вот сюда? Зря туда поставил, потому что там, ну, не было. Так, я золотую монетку потерял. Так. Опа. Три косаря у нас.
Да мне бы вот сюда бы еще каких-нибудь этих самых. Да зачем мне кувшинки? Опа, баблишка. Да тут просто расстрел идет лютый. Бах, все. Да их так расстреляют. Все? А, нет, еще не все. Так. Так. Пауза была только что, да? Ну, вот это вот, ладно, хорошо, расстреляют. На тебе. О, отлично, слышишь? Вот так вот сделаем. А, все уже, да? Это что за смурфик такой? Мари-гриб. Водное растение стреляет спорами. Так, уже... Пошла ночь. Это мы, значит, все пропускаем. Так, меню. В меню. Так, сколько у меня денег? 3000. Ну, можно вот это вот попробовать купить. Продано. Хорошо. Так, ну, я думаю, что на этом я закончу, потому что до 4 уровня мы с вами дошли. Вот, а это значит, что остальное мы будем проходить в следующей серии. Вот, да, становится все сложнее и сложнее, на самом деле. Уже чаще я начал переигрывать, короче. Вот такие вот дела получаются. Короче, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если кому понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. С вами был Однорукий Борис. Это была игра «Растения против зомби». Кстати, про Дискорд канал не сказал, но вот сейчас скажу. Не забывайте про Дискорд канал. Вот. Всем удачи и всем пока.